Всем привет! Вы на канале 18 соток. И сегодня я поделюсь с вами рецептом барбадосского острого соуса, который называется Fairy Bajan. Этот соус с ароматом хабанера, кинзы, чеснока очень вкусный. Вам понравится. Оставайтесь со мной. Для приготовления этого соуса понадобится вот такой вот небольшой пучок кинзы, 8 штучек перца. В данном случае это хабанера капучино, его острота от 100 до 300 тысяч единиц по шкале Сковила. Также нам понадобится соль, 1 четвертая чайной ложки, 1 зубок чеснока, понадобится пол чайной ложки горчицы и 90 миллилитров винного белого уксуса. Вместо этого сорта вы можете использовать любой сорт, который вам нравится. Можно использовать сверхострые сорта перца, кто любит соус поострее. Кто любит соус не очень острый, можно менее острые перцы использовать для этого. Вначале мы измельчим кинзу. Подготавливаем перец. Я буду делать соус из перца без семян, чтобы получить менее острый соус. Вы можете семена оставить, и соус будет более острым. Вот мы подготовили все продукты, нарезали перец, удалила семена. Он подготовлен уже. Кинза нарезанная, пол чайной ложки горчицы, зубок чеснока, 90 мл винного белого уксуса и 1 четвертая часть чайной ложки соли. Все это мы будем измельчать в блендере. Вообще, конечно, лучше работать в перчатках, так как перец очень острый. Но я рискнула без. Засыпаем перец. Добавляем горчицу. Зубок чеснока, кинзу, добавили соль. И уксус. Теперь будем все это измельчать. Ну, вот довели до однородной массы. На этом соус готов. Сейчас посмотрим, что у нас получилось. Вот такой соус у нас получился. Вы можете использовать его в сыром виде. Также его можно прокипятить 5-10 минут. Из-за того, что здесь находится уксус, который является прекрасным консервантом, этот соус может храниться в холодильнике от 3 до 4 месяцев. Из данного количества продуктов получилось 200 мл супер острого соуса. Вам его хватит надолго. Этот соус хорошо подходит к любым мясным блюдам, да и вообще к блюдам, которые вам нравятся, если вы любите острые соусы. Заходите на наш канал. И мы будем делиться с вами другими рецептами острых соусов и сверхострых соусов, которые мы будем готовить. До встречи!